субботу, 22 февраля, в Чебоксарах пройдет лыжня России. Из-за аномально теплой зимы в регионах сами решают, когда провести старты. Дату проведения каждый субъект выбирает самостоятельно. В столице Чувашии лыжня пройдет 22 февраля, а в районах разные даты. В Чебоксарах массовая гонка состоится на территории школы Олимпийского резерва номер 2 по улице Престанционная. Первый забег начнется в 12 часов, но зарегистрироваться нужно пораньше. Совместно с администрацией города Чебоксары мы остановились, что проведением места этой центральной площадки будет эта школа номер 2, биатлонный центр. Проверяя лыжную трассу, которая есть на биатлонном центре, мы думаем, что к 22 числу она будет в рабочем, нормальном состоянии, то есть достаточно снега, достаточно укатность и достаточно ширина для всех участников. Для тех, кто хочет принять участие в этом мероприятии, мы организовали трансфер, который будет курсировать по маршруту ледовая Чебоксары-арена и биатлонный центр. Начало трансфера 8:00, так как регистрация этого мероприятия для участников будет 8:30. Чтобы не было пробок, при подъезде к биатлонному центру в субботу полностью перекроют базовый проезд с 8 утра до 17 вечера. Будут ходить только автобусы, которые доставят участников лыжни от Ледового дворца до места соревнований и обратно.